Всем привет на другой жизни. Мы снова с вами пробираемся на урочище, на котором были в одном из предыдущих видео. Как я и говорил, в том видео у нас есть, ну как бы мы знали, что сюда как бы на урочище идет основная дорога. Вот. В прошлый раз мы туда ходили пешком, то есть по лесной дороге. Далеко, там где-то километра полтора, ну смысл, ну да, попробуем проехать. Если здесь, он покажи еще более-менее здесь, ну сейчас вот это место хорошее, а там ну, грязюка, ладно, сейчас не мокро. То тут наделали дел уже таких. Тут канал вот это разделительная лесная. И вот они здесь заборонили все. По клиренсу я сейчас не пройду даже на патруле, то есть боком раком здесь, да хрен его знает, мне неохота. До урочища здесь метров 400. Сейчас пройдем, может лесочек прозвоним, раз уж мы сюда приперлись, ну, так приперлись, попробуем. Такие здесь заросли, пока ничего не понятно, ну как бы там-то понятно, здесь непонятно. Хотя мы как-то давным-давно ходили здесь по этой дороге с приборами, даже что-то находили, я не помню что, но находили. Вот. Пойдемте, буду показывать. Смотрите, ребят, какая красота. Были здесь меньше 2 недель назад. Вот где медальку-то нашли, видео. Мы его еще, это видео, не выкладывали. Но вы, наверное, его уже видели. Чудеса интернета. Просто красотень. Все зеленое. Было все серое, такое трава лежала, а сейчас уже зелень льет. Льет, лезет. Тут мы где-то медаль нашли, вон там вот как раз. Вот здесь и походим, сейчас по уголкам, куда-нибудь в леса залезем. Ну, первая находочка, сейчас покажем, чего. Мертвенький, что ли? Похоже, ранний, но он стерт в усмерть. А, щитовик, 15 копеек. Да, ну он, какой год, я даже не знаю. Ну, он убитый, да, к сожалению. Ладно. Он сам по себе очень стертый, тонкая-тонкая монета. Начало положено. Сейчас пойдем. Клеща пока не вижу. Это так, сводки с полей клещей. Вот. Ну, продолжаем искать. Подумали и решили дойти до полянки, где мы в прошлый раз нашли серебро. Это вот тот край урочища. Так, через березняк сейчас и пойдем. Ну, еще край там лес почесать. Сейчас он подпрыгнули, аж шли. Покажу. Ё-моё, сколько там яиц-то? Да я же тебе про что говорю. Чуть до хрена больно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 11 яиц. Это наоборот. Как я прикалывался, я говорю, гореть в аду отдельный костел тем, кто придумал вместо десятка в магазинах по 9 яиц продавать. А вот утки молодцы. Передавится производство. 11 яиц. Вообще прикол. Ну ай, блин, я испугалась. Да от них подпрыгиваешь, конечно, ты же идешь, на них не сможешь нифига. Тетеревицы тогда в том году подпрыгнули. Вот. Короче, нам вот тут конец. Туда. Ну здесь, да, далеко идти достаточно. Сейчас дойдем до запруды, я покажу. Я в прошлый раз ее вроде не снимал. Как и обещал. Ну это же начало запруды, она дальше-то там вода. Она большая, да, достаточно такая штука. Здесь мост советский, это все советское дело. Не мост, а дамба. Дамба, да. А вот это все вот кругом, вокруг, это все стояли дома. Вот слева вот туда уходили. Вот мы сейчас эту всю поляну прошли. Везде кирпич. И вот там стояли дома. Где? Ну вот прямо. А, ну я показал. Где березня. Мне очень интересен вот тот лес, вон там на горизонте. Ну мы пока, наверное, сегодня туда не успеем. Ну ладно, не убежит. Сейчас ходим вот в тот угол, на полянку, где серебро нашли.
Вот это вот на аллейку похоже на какую-то. Хрена знать, что здесь было советскую. Ну, это чисто советская. Я так думаю, что здесь пробок тьма. Угу. Но на краю, вот уже за запрудой, где вот эта вот река выходит, я там кусочек серебряной серьги нашла. А, ну да. Пойдемте далее. Вот, дошли мы до этой полянки. Вот где-то там я тогда серебро нашел, не помню. Песок. Вот она, это запруда, ну, уже продолжается. Здесь и бобровая хата. Да-да-да, я снимал в прошлом видео. Сейчас находочки промежуточные покажем. Ух, какая красивая. Держи. Здесь вообще лафа ходить, конечно, просто. Песок. Походу, здесь старая дорога шла. Или дорога, да, или что, черт. Ну, потому что там еще одна деревня же. И самое смешное, что вот туда смещаешься, к лесу, там мусор начинается, а здесь его практически нет. Очень интересно. Вот такие находки. Пока ничего такого стоящего нет. Пуга, гирька и какая-то подвесочка. Ну, это подвес для чего-то. Ну, да, да, для чего-то. Вот. Короче, будем сейчас здесь смотреть, звонить. А дальше посмотрим. Короче говоря, вот этот лес, не который справа, да, вот я показывал, а слева вот от этой поляны мне где, я где думаю, он? Думаю, что правая это же такая. Там же вроде как горка, посмотрим потом. Короче, вот эти все кромки мы обследуем. Ну, из болота. Вон, видите, желтые цветочки. Не знаю, как ну, они болотные. Называются, да, но это болотный цветок. И тут топь вон чуть-чуть. И все. Чуть вот прям буквально. 2 метра и там топнище. Это заливные луга. Ну, не луга, точнее, леса заливные. Здесь низкий берег реки, его заливной. Здесь овраг, и вот он весь этот овраг заболочен. Немножко в стороне тоже в лесочке 2 конины нашли. Пока больше ничего интересного. А, ну монету какую-то убитую, Александр. Ну да, ну так, какие-то ковырялки выковыриваются нам. Но ничего стоящего пока что нет. Папоротник разворачивается. Не, покажу. О, бубончики. Они, кстати, очень хороши жареными, но не в таком вот виде, а гораздо более закрученные. В чесночке. Да, с чесночком, с перчиком поджарить, они вообще великолепные, эти улиточки. Маньяки, да. Вот интересную историю вам сейчас расскажу. Без протокола, без бумажки. Тут всякие книжки читаешь. Тут седина в голову. Начал сказки Бажова перечитывать. Только не просто сказки, которые в книжном магазине продаются. Откопал книгу. «Научные издания» называется. Такой талмуд. Куча сносок. С разными вариантами. То есть... с разными вариантами, с фотографиями документов его, ну, где он рукописный писал. Что... короче говоря, не к этому разговор-то. А разговор к чему? К тому, откуда порой странные находки в лесу берутся. Вот там практически, я не помню, как первый вот этот вот его рассказ называется, чуть меня вылетело из головы, сейчас прикреплю. Суть в чем? Медные рудники и рядом золотые, там, я так понимаю, рудники были, а собирали золото поверхностным способом, каким-то образом, да, я так понимаю. Не знаю, короче, как, ну, поверхностным способом. И жили невдалеке, короче говоря, была гора, и на горе жили люди. Так понимаю, что это были язычники. Причем такие, махровые. Мяса у них было много, хлеб печь они не умели, как он написал. Так вот, охотились они следующим образом. Они на этих вот раскопах собирали золотые самородки, видимо, крупные. И ими кидали в дичь.
То есть, как, ну, может быть, руками, может быть, при помощи каких-то рогаток, там, не знаю, чего-то еще. А потом, впоследствии, люди, которые дальше там уже исследовали эти места, очень удивлялись, откуда, говорит, в лесу золотые самородки. Ни жил, ничего нет. Ну, то есть, никаких намеков даже на золото, а золотые самородки валяются. Вот оттуда и валяются, что люди с ними охотились. То есть, вот до маразма доходит. Иногда что-нибудь найдешь, какую-нибудь чепужину, там думаешь, как она тут взялась, откуда вот она здесь появилась, а? Какой-нибудь чудик ее бросил в кого-нибудь или еще что-нибудь. Короче, вот такой рассказ. Ладно, мы сейчас дальше идем, чай допиваем. Вылезли, вот там мы сейчас сидели, снимали. Вон, видите? Вот там, в тех кустах. Здесь березнячок такой, здесь Люба в прошлый раз крестик нашла. Крупная монета какая-то. Убитая, к сожалению. Может, и не убитая, не знаю, надо отмачивать. Похоже на Катю, наверное, на Екатерину II. Да. На двояка. Причем она еще похожа со сбитым чеканом. Да? Еще что-то непонятное. Ну, это надо отмачивать ее в растворах и смотреть. Ну, вот вензель-то. Вензель видно. Хотя... Непонятно, чей этот вензель. Что это такое? Там поперек написано копейки или копейка что-нибудь. Перечекан похож. С кого-то на кого-то. Ну, короче, надо оттирать. Вещи чеканами. Да. Короче, надо смотреть. Аккуратненько. Если что-то дельное будет, вы это узнаете. Ну, или... Раньше, чем мы. Зачастую. Сейчас вот здесь поберезникует, поэтому и пройдем. Только что снимали, вон там прибор стоит, это крупная монета. Ну и наконец-то у нас чешуйка. Пойду сейчас. Вот такая монетка. Для тех, кто не знает. Это монеты раннепетровского и допетровского периода. В поисковой среде называется чешуя. Ну, она потому что на чешую похожа. Это монета Ивана Грозного, князь Великий Иван. Она маленькая, потертая при жизни. Копейка. Вон там всадник на коне с копьем. Поэтому и копейка. Причем это периода Елены Глинской. Думаешь? Крупный шрифт. А, может быть, да. На, убирай, а то я сейчас куда-нибудь пролосю. Я же вот... Мне же теперь кошель надо найти. А, кошель сейчас проверим. Да нет. Да нет, конечно. Нет. Мы вот как раз прикреплю ролик кошель чешуи, сейчас вот в уголке будет. По дороге на эту урочь, дорога идет вот, по которой мы в прошлом видео пешком шли, вот там мы как раз этот кошель грозненской чешуи нашли. 20, сколько-то, 3 монеты, что ли, не помню. Не, потом мы еще 5 нашли монеток-то. Общее число, я не помню. Ну, какое. Вообще где-то 28. Ну, да, наверное. В лесу там вот дальше мы находили грозненскую отдельную чешую. Вот эти самые монетки серебряные. Приятно, приятно. Хоть что-то. Вот пока ходим, такую штуку нам натягивает понемножку. Мы понемножку... Блин, что у меня сегодня с дикцией-то, елки-палки? Короче, мы идем в сторону машины, потому что можем попасть под дождь, под хороший. Сегодня обещали вроде. Вон там бобриная плотина. А у нас тут находка прикольная. Перстачок. А, ну даже видно рисунок. Вот такой. Безразмерный. Ну что, хорошо, перстачок, чешуя. Не зря полазили. Все, до машины еще чапать и чапать. Точно сейчас. Метр, ну да. Из которых большая часть скотов. Что у нас с тобой с дикцией? Я говорю, Люб, я что-то вообще последнее время разговаривать не могу. У меня двух слов связать не получается. В голове мыслей-то много. Уставшие. Ну, наверное. Дороги уставшие. Все равно лезем в поля. Совсем с головой плохо. Ну, просто в следующий уже здесь делать будет нечего. Здесь это последний раз, да, все. Короче, мне Люб посоветовал, говорит, книжки вслух читать. Ну, вот я вам и буду читать книжки вслух. А мы пошли подальше вот по этой. Все, друзья, вышли по направлению к машине.
А? Елизавета? Монетка. Ну, естественно, убитая. Конечно же. И птичку нашли. Голову. Голову от птички. К сожалению. Сейчас я ее достану. День сегодня подходит к концу. Но мы на этом видео заканчивать не будем, потому что у нас завтра еще времени будет немного. 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 Во. Какая птичка. Сейчас покажу. Видите, клювик. Глазик. Вот глазик. Особенно с этой стороны хорошо. Сейчас переверну, неудобно. Ага. Клювик, глазик. Такая вот игрушка была. Вот. Ну или украшалка. Короче говоря, не прощаемся. Продолжаем поиски, встретимся. Да, ну как, господи, что у меня с дикцией? Я не понимаю, какой-то айники-беники, ели вареники. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Кораблики лавировали, да не вылавировали. Ну, короче, вот как-то так. День второй. Короткий, полевой. Вроде чуть-чуть отоспался, с дикцией. Ла-ла-ла-ла. Нормально. Кораблики-кораблики лавировали. Да не вылавировали. Ну, тоже пока не очень, но еще более-менее. Ну, вот. Не стали никуда далеко ехать. Залезли на любимую домонгольскую полянку. Здесь походим пару часов. У нас времени вообще впритык. Опять колупались с пчелами. Все утро. Потом колупались с триммером, который уверенно отказался работать. Будем разбираться. Заводится и глохнет. Ну, свечу надо менять, там до хера что надо менять. Воздушный фильтр уже такой весь, как тряпочка мокрая. Ну, ладно, бог с ним, суть не в этом. Вот такая красота за нашей спиной. Тоже это все последние деньки. Уже трава высокая, но еще пока цепляет камеру. Люба сейчас... решили копать все сомнительные черные сигналы. Сами знаете, я много раз рассказывал, что на предельных глубинах вся цветнина чернит, естественно. Могу даже показать. Сейчас я покажу, сейчас переключусь. Первая черная находка, она цветнила, естественно. Вот такая какая-то, как крышечка, не знаю. Ну, короче, сегодня будут еще вдобавок черные сигналы. Вчера цветных в начале видео я вам показал, когда у меня язык заговаривался. Это, конечно, номер. Бывает и такое. Мысли в голове роятся прям как рой, а язык говорить отказывается. Вот так. Ну вот, нечастая сегодня тоже находочка. Сейчас покажу. Пуговичка-гирька. Люсенька. Малюсенька. Снимаю на маленькую камеру. Большую с собой не брал. Целенькая. Тех времен. Сейчас интересно, вот так вот ходим взад-вперед. Ну и вот. Следующая штучечка. С образом, ты там ходил. Ходил, ходил. Сейчас покажу. Кроме нас там еще три. Элементы подвески. Здесь, скорее всего. Мы уже один раз такую находили. Да, скобочка была. И что-то еще подвешивалось. Или из вот этих колечек набиралось. Может быть, да. Но это элемент подвесочки. Целенький. Вообще замечательно. Ну, они маленькие, поэтому их здесь плугом ты не раздолбал. Да нет, конечно. Хотя и обломков много находим. Современные цветы. Ну, одуванчики. И одуванчики. Старинные. Да, и старинные цветы 11-13 века. Прикольная какая-то штучка такая. Тоже, видите, вот элемент украшения какого-то. Но пойдет. Вот их офигенно копать. Вот я не знаю, как-то... То ли мы накопались монет? Накопались. Звонил фольгой. Хрипел. Проверяем дальше полянку. Говорят, цветной. Ну тут да, тут тоже попадается, к сожалению. Пружинки, провод. Медный провод, кусок меди плоской сейчас он Люба нашла. А, хрен знает.
Я тут. Нет, нет, нет. Они маленькие, на пин фигово срабатывают. Что-то есть, да? Маленько. От подвеса. Скажи. С такой же патиной. Да, да, да. Второе только мятое. Да, такое же. С насечечкой. Только помятое. Я же говорю, сейчас весь гарнитур соберем. Чё? За несколько лет ты уж точно. Колечко номер два. Ну что, вроде что-то интересное, Люба, идет. Я там пока возле машины колупаюсь, железки достаю. Что-то там довольная такая. Конечник, что ли? Да, он самый. Ух ты. А я говорил, здесь надо черный копать. Смотрите, какой толстенький. Гнутенький чуть-чуть, подожди. Ну, тут у вас вот этот зачет. Они должны же здесь быть. Здесь просто их не рыли, ни хрена. Отлично. Замечательно. Прям настроение улучшилось. У нас, кстати, такого нету. Нету. Шильца. Чаем налили. И все на сегодня. Пол украшения собрали. Осталось еще половина. Ну да. Не, ну все равно здесь прикольно ходить. Я все мечтаю, я говорю, тут такая глубинища выхода, наконечник там больше штыка. А пашут-то на самом деле не глубоко в последнее время, вот если вы не обращали внимания. Может быть сантиметров там 20, ну край 25, все. А все остальное лежит на глубине. Поковыряли мы сегодня чернину, куча всяких гвоздей кованых, покажу. Или не покажу, куда я видел. А, кажу. О. Ну и вот такой чехарды. Ну, конечник, всякие кусочки украшалочек, цветочки. Вчера перстенек офигенный, чешуя. Вот такое у нас видео получилось. Замечательное весеннее. Вот. Ну что, прощаемся. Всем пока. Всем здоровья, ребят. Спасибо, что ходили. Не забывайте подписываться, делиться. Ну и до встречи на другой жизни.